Сквер имени Пушкина. Этот участок на протяжении нескольких лет закреплен за горсоветом. Вооружившись лопатами, граблями и метлами, депутаты совместно с аппаратом принялись наводить порядок. Здесь, в принципе, есть, конечно, за зимний период мусор, но я думаю, что мы с этим справимся. Настроение хорошее. Уже целый месяц работаем не только здесь, но и на своих округах, на своих предприятиях. Александр Галков и депутат Жаргал Цыбиков в тандеме легко справляются с засохшими ветками деревьев. Работают слаженно. Один спиливает, другой убирает. Ну, в этом году, скажем прямо, что не так много здесь мусора, потому что сквер достаточно ухоженный. За ним вот уже многие годы закреплены наши структурные подразделения. Здесь достаточно сегодня убрать сухие остатки прошлогодних растений и сделать где-то омолаживающую подрезку деревьев. Еще один участок – сквер ровесником, ушедшим в бой. Здесь ежегодно наводят порядок сотрудники комитета городского хозяйства. Работы много – пластик, полиэтиленовые пакеты, сухие ветки и другой мусор. Всего за несколько часов из сквера вывезли более полусотни мешков с различными отходами. В целом же, отмечают в комитете, в последние годы наметилась положительная тенденция. Мусора на улицах столицы стало гораздо меньше. И сами горожане начали принимать активное участие в субботниках. Ну, динамика положительная есть. Вот по прошлому субботнику весеннему народу подсчитали порядка 108 тысяч людей вышло. Да. То есть, ну, студентов, учащихся, там, жители города, предприятия, там очень много людей участвовало. То есть динамика растет. Всего за 5 недель чистоты с 26 марта по 29 апреля совместными усилиями комбината по благоустройству и горожан ликвидировано 96 несанкционированных свалок. Вывезено около 75 тысяч тонн мусора. Батыр Ламбаев, Жаргал Цариндашиев. Новости дня.